столице Приморского края прошел арт-фестиваль «Открой Владивосток». Это некое пространство, в котором представлены художники Приморского края с таких проектов, как «Нарисованный Владивосток», арт-пространство «ГУМа», мастер-класс от Ноны Гуременной, проект «Город профессии», центр профориентации «Профлиента». Под открытым небом у Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького собрались местные художники, которые продемонстрировали свои картины. Некоторые из них создавались прямо во время фестиваля. Авторская техника моя называется «Знойная живопись». Пишу яркими красками портреты счастливых людей. Ведь вокруг нас столько солнца от этих глаз, от этих людей замечательных, которые пришли на этот праздник, арт-фестиваль «Открой Владивосток». В рамках фестиваля прошли мастер-классы по оригами и росписи камней. Состоялось живое выступление музыкантов. Я художник от слова прям вот вообще художник, абсолютно не связано с какими-то реальными вещами. Я ухожу в Гималайи, я уезжаю в горы Алтая и Тибета, Монголия, пишу истории про паломников, про яков, про какие-то удивительные встречи на пути, все то, что было когда-то и что есть сейчас. Увидел где-то в интернете, в инстаграме о том, что будет такой фестиваль, и попросился, меня взяли. Мы участники. Вот, выставляемся. Случайно попали, но очень интересно. Не жалеем об этом. Да. На фестивале также был организован показ театра моды «Пигмалион». Участников мероприятия библиотека имени Горького наградила письмом благодарности. Но лучшая награда для приморских творцов – быть увиденными и услышанными жителями родного города. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман, новости на Восьмом.